Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер, біз бүгін Сергей екеуміз сіздерді Садақа Трейд жобасының мұқтаж адамға балық емес қармақ ұстат деген әлеуметтік жобасымен таныстыратын боламыз. Қызық болады, бізбен бірге болыңыздар. Да, дорогие друзья, мы расскажем о принципах работы социального проекта Садақа Трейд и вместе с Жанаділем поприсутствуем на их лекции и на обучении. Ассаламу алейкум. Асыге, қалайсыздар? Жүргізіңіз, асыге. Бөлмеңіз. Хорошо. И для этого мы организовываем вам практические мероприятия. Проводим какие-то выставки, ярмарки, где вы можете себя проявлять на практике. Чтобы... Помните мою фразу? Человек не решит свои проблемы, пока будет на том мышлении, которое привело его к проблеме. То есть... Если хотите новых высот, нужно стать новым человеком. Новое мышление. Понимаете? А новое мышление, оно диктует нам сейчас новые правила. Нужно быть креативным, с творческим мышлением, оригинальным мышлением. Құрмет телекөрермендер, бұл Садақа Трейд қорының лекторы Асхат деген бауырымыз қазір. Лекция жүргізіп отыр. Ең қызығы, мұқтаж адамдардың бәріне тегін бизнес бастауға байланысты, қалай үздік саудагер болуға байланысты тегін лекция өтіп отыр. Кім қатысам дейді, кез келген кезде осы кісіге келіп, тізімге жазылып, лекцияларына қатысуға болады. Что такое характер? Я вам скажу одно, которое помогает как торговцу, так и любому специалисту. Характер – это способность вести свой выбранный путь до конца после того, как уйдут эмоции, которые сподвигли на этот путь. Понимаете? Вот кочевое мышление, скажем, оно эмоциональное. То есть все, идем сегодня, делаем до конца. Но через день, два, месяц, три наплыв падает, эмоции, это, люди расходятся. Команда разваливается, проект останавливается. Понимаете? Соответственно, никогда не забывайте, вот сейчас порыв эмоций есть, мы хотим учиться, хотим работать, но нужно эту волну держать. Вот в этом и есть характер. Это вам поможет также и в семейных делах. Шай бойы мен осы тренингтерге қатысып жүрмін, лекцияларды тыңдап жүрмін. Осы тренингтер мен лекциялардан өте көп пайда көріп атырмын. Осы естігенімді үйреніп атқанын бәрін, мен қазір жұмыс істеп, соның бәрін меңгеріп жатырмын. 2 месяца назад я пришла сюда. Благодаря этому проекту я за этот период времени я получила однозначно только пользу. Так как вышел этот проект, мне стало очень удобно работать. Однозначно в хорошую сторону изменилось. Опыта много. В дальнейшем, даст Бог, я, может, и бизнес открою свой. Начну там свою продукцию продавать. Сатудым, сауда жасаудым, бірнеше түрлер бар. Хат арқылы сауда жасау, телефон арқылы сауда жасау, кездесу арқылы сауда жасау, белгілі бір орында тұрып сауда жасау деген сияқты. Жаңа әртүрлі түрі бар. Бірақ ең жиі қолданылатын түрлердің бірі ол телефон арқылы сауда жасау, бір екінші кездесу арқылы сауда жасау, да, мысалы, сатылым жасау. Сол кезде ең бірінші жаңағы ең маңызды нәрселердің бірі ол біріншіден жаңағы келген адамға күліп тұру. Сәлеметсіз бе? Әрине, күліп амандасу. Мысалы, сәлеметсіз бе, қош келдіңіз, я, сіз не іздедіңіз, қандай бұйымтаймен келдіңіз, сізге қалай көмектессем болады деген сияқты. Ол әрине жеке кездесу кезінде. Ал егер сіз телефонмен хабарласатын болсаңыз, сіз ол адам білмейсіз туралы, хабардар емес, сіздің тауарыңыз, қызметіңіз туралы. Сондықтан ол адам туралы біріншіден амандасып өзін таныстыру. Сәлеметсіз бе, менің есімім Ақтоты, сізге сөйлесуге ыңғайлы ма? Иә, дейді мысалға. Одан кейін мен сіздің контактыңызды осындай-осындай адамнан алдым, қазір мен сізге қатысты осындай-осындай сұрақтарым бар еді.
немесе біз қазір осындай тауарды, немесе қызметті сатып жатырмыз. Сізге қызықты ма бұл тақырып? Сізге бұл тауар қызықты ма, қызмет қызықты ма? Әрине, я десе, кейін ол өзіңіздің тауарыңыз туралы айтып беру. Оның артықшылығы, қандай плюстары бар, қандай пайда алып келеді. Жалпы, сізде, сіздің мәселеңізді бұл тауар шеше ала ма, қызмет шеше ала ма? Сол туралы ақпарат беруді. Социально-общественное движение или социально-общественный фонд. Ну, о нем действительно невозможно молчать. Правильно ли я выражаюсь или нет? Вот, Ханат, расскажите нам, пожалуйста, о Садака Трейди. Что он из себя представляет? Да, действительно, существует твой проект. Автором проекта Садака Трейди является благотворительный фонд Садака. Дело в том, что благотворительный фонд Садака инициировал такой проект для помощи нуждающимся женщинам, которые зарегистрированы в этом фонде и постоянно получают помощь в виде денег либо продуктов питания. На сегодняшний день проблема обстоит в том, что специалисты фонда, проанализировав определенные ситуации, пришли к выводу, что многие нуждающиеся не выходят из своего тяжелого положения, несмотря на то, что получают помощь от спонсоров и имущих людей. А вся проблема в том, что происходит рост иждивенчества. Да. Люди, в принципе, не выходят на новый уровень и не хотят работать. Это достаточно проблема. И наша задача, как фонда, это, значит, подключать людей, которые могут нам справиться с этой ситуацией. Ну вот смотрите, получается, я до сегодняшнего момента, я, получается, еще не встречал такой фонд и такое вообще движение, да? Расскажите о механизме работы, как вы вообще работаете с клиентами, скажем, с вашими потенциальными продавцами и вообще с женщинами, которые нуждаются в помощи социальной, психологической, духовной. Все правильно. Как я уже сказал, в фонде несколько сотен женщин. Именно эти женщины не могут найти работу ввиду того, что у них большая кредиторская задолженность перед банками, перед даже продуктовыми магазинами. И они не могут устроиться на работу, так как большая часть зарплаты будет уходить в банк. Понимаете, дети по закону, маленькие, да, есть. Соответственно, этот проект предполагает обучение и трудоустройство таких нуждающихся одиноких матерей, женщин. Значит, дорогие телезрители, перед вами Жанна. Она тоже прошла, скажем, теоретические знания именно в Садака Трейди, у магазина, как говорится, попытать свое счастье. Аз біз Жаннамен бірге магазинның ішіне кіріп көрейік, дүкенде сатып алама, жоқ па. Енді оңай жұмыс емес әрине, бірақ сізбен бірге, бәріміз бірге, Жаннамен бірге кіріп, бүкіл бұксының басынан өткен оқиғалар тамашылайық. Пойдемте. Шампуни, мыло разные, натуральных основах. Подождите, у вас ИПО или фирма, у вас что? У нас компания Садака Трейд. Очень качественные. Сертификаты есть? Да. Сертификации сертифицированные, товары, да. Там все есть. Мыло, гели, крема, шампуни. Пожалуйста, на любой выбор мы сейчас вам можем показать. Скажите, вы прайс-лист или там каталог, у вас что-то есть такое? Угу. Или вы просто с собой? Нет, с собой мы носим продукт, чтобы вы посмотрели наглядно, что он из себя представляет, какой. А потом, если у нас сертификат вас заинтересует, мы оставим, да. Пожалуйста, смотрите, давайте вот сюда вот мы выложим сейчас, вы посмотрите. Здесь зубные пасты, все есть. Цены какие у вас? Цены, то есть, смотрите, у нас разные. Казару Лену. Просто это наш новый торговый представитель, мы... Паста это... У вас идет с черным хмелем, очень полезное вещество. Меня интересуют цены. Шестотинге, вот этот шампунь,
Извините, дорогие, да? Все, ага, спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Ага. Ага, до свидания. Ну вот, в принципе, Джаке, да? Как говорится, первый шаг сделали. Один из первых шагов. Вроде бы, дорогие телезрители, все прошло не так уж гладко, конечно, но мы зашли в диалог с администратором, получается. Я не көзіміз жетті, саудаласы оңай шаруа емес екен. Әр адамдарға кіріп, оған оны әр тауарды ұсыну, оның бәрі үлкен шынымен тәжірибені, сөздің шешендігін тағы басқа нәрсені талап етеді. Жанна бірінші рет кіріп отыр бізбен бірге, бірінші рет тауарын ұсынып отыр. Я кішкене қобалжыды, оңай емес, бірақ біз поддержка береміз, көмек береміз. Жаннамен болашақта да тағы да бір-екі магазиндерге кіріп көреміз. Да, обязательно, дорогие телезрители, самое главное, мы заинтриговали, да, получается, администратора. Да. Она попросила у нас сертификаты. Говорит, есть ли у вас сертификат? Затем она спросила у нас цену на каждый продукт. Но это большой шаг, поэтому мы на этом не останавливаемся и пойдем. Енді біз қазір бір лекцияға қатыстық, сол бір лекциядағы білімімізді шыңдау үшін сергігіміз, өзіміз барып сатамыз қазір товар. Сонымен құрметті телекөрермендер, Садақа Трейд жобасындағы оқып жүрген қыздардың қалай сауда жасағанын көрдік. Енді бізде бір екі сағат лекцияға қатыстық қой енді. Сондықтан да сергігіміз, өзіміз қазір өзіміздің тәжірибемізбен сатып көрейік, қаншалықты өте ма, сезінейік қаншалықты қиын екен. То есть, смотрите, у нас сейчас сумка, в сумке продукция. Мы уже стоим около магазина, и буквально через секунду мы войдем в него и предложим этот уникальный продукт от социального проекта Садақа Трейд. Бірақ мына камерамен кіріп, сауда жасайтын дүкеннің қызметкерлерін шошытып алмас үшін жасырын камераға түсіреміз. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіздер ме? Садақа Трейд деген компаниядан келдік сіздер. Абсолютно новая компания на рынке Казахстана. Продукция с нами рядом. Мы можем сертификат бәрі бар. Товары көрмейдер. Каталог болғанда бірек товарды көрсетіп, егер интересно болса, сіздерге визитка қалдырып келеміз. Я бағалары несін көрсетші. Пока покупателя нет, но здесь. Сіздер Эмираттың товарлары туралы естіген шығарсыздар, иә? Эмираттың товарлары. Мына жаққа, мына жаққа. Эмираттың товарлары туралы естіген шығарсыздар, енді жалпы қазір көп қой. Халал товарлар туралы естіген шығарсыздар, сертификаттары несі туралы. Короче, мынау мощный средство. Бірақ бұның құрамы, мынау кәдімгі фейри басқа сияқты емес, мынау кәдімгі, егер адам мынаны жеп қойса, зиян болмайды. Фейриді білесің ғой, қандай заң, даже оны жуғаннан кейін де қандай қиын нелер бар. Мынау да сондай, мынау бірақ мыло. Мынау түмені бар, шампунь түмені білесіздер ғой, жаңағы пайғамбарымыз өлімнен басқа аурудан емдеген. Сол кәдімгі әйелдерге де еркектерге де бал және түмен қосылған. И шаш түсіруге қарсы неге арналған. Құрамын оқысаңыз болады, мына жерде интернетте бәрі бар. Визитке тастап кетеміз. Мынау жалпы қызық па сізге? Иә, болды. Жақсы, рахмет сізге. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Рахмет сізге. Ну что ж, Жеке, у нас получилось. Вроде бы согласились, взяли визитки. Дорогие телезрители, вы сейчас сами видели, мы зашли в очередной магазин, где с нами побеседовали продавщицы этого магазина. В принципе, мы им предложили продукцию. Они не сказали «нет» нам, выслушали, даже взяли визитки. Поэтому, возможно, они сделают заказ, и мы обязательно доставим им их товар. Сонымен, құрметті телекөрермендер, біз бір нәрсені, көзіміз бір нәрсеге жетті. Сауда жасау оңай емес. Бірақ осы сауда жасауды оқып, оны үйреніп, осы сауда жолына түскен мұқтаж жандарға көмек беруіміз қаншалықты қажет екенін бүгін біз түсіндік. Ал сол мұқтаж жандарға көмек беріп, оларға тегін сабақ беріп, осындай жолға салып, қармақ балық емес, қолына қармақ ұстатқан Садақа Трейд әлеуметтік жобасына алғысымызды білдіреміз. Барлығымыз жабылып осы жобаны қолдаймыз.